В районе Казанского моста прямо на пешеходном переходе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Верхнепортовой в районе 49-го дома. Поздним вечером водитель автомобиля Nissan Note двигался со стороны Казанского моста к центру. Дальнейшее произошло чуть ли не по классической схеме дорожно-транспортных происшествий. Двигался вот домой, на Чуркин, как говорится, с работы. Все, тут начали переходить дорогу пешеходы к пешеходному переходу. То есть, соответственно, я затормозил, ну и где-то секунды через две последовал удар в заднюю часть моего автомобиля. Я вышел, то есть сразу же как бы не к машине, там девочка что-то там глаза закатывала. Ну, как бы вызвали скорую помощь, ну, все. Парень ее за водичкой там избегал. Ну, вот увезли, ждем сотрудников ГАИ. Восстановившийся на пешеходном переходе Nissan Note врезался автомобиль Toyota Chaser. За рулем седана находился молодой человек, он направлялся со своей девушкой в центр города. Как утверждает водитель, остановиться вовремя ему помешали мокрая дорога и сработавшая АБС-ка. Двигался километров 20-30, наехал на мокрую дорогу, сработала антиблокировочная система, что я и врезался в эту машину. В результате столкновения находившаяся в салоне седана девушка почувствовала себя плохо. К месту происшествия вызвали экипаж скорой помощи. Приехавшие к месту ДТП врачи осмотрели пострадавшую, после чего доставили ее в тысячекоечную больницу для дальнейшего лечения. Как оказалось, находившийся за рулем Toyota Chaser молодой человек оказался не вписан в страховой полис.